Женский волейбольный клуб «Динамо Владивосток» в следующем сезоне 2024-25 примет участие в чемпионате высшей лиги А. На прошедшем заседании Всероссийская федерация волейбола утвердила состав участников. В нем 14 команд. В прошлом сезоне бело-голубые завершили первый этап чемпионата на второй строчке дивизиона Б, что позволило приморской команде продолжить борьбу за трофей в финале. Заключительные туры проходили в Череповце и в Хабаровске. По их итогам «Динамо» стало серебряным призером соревнований, уступив золото амурским тигрицам, которые также получили путевку в Лигу А. Пока точный состав участников и дата начала первого тура неизвестны. Предварительно игры дивизиона А начнутся во второй половине сентября.